Вот мое производство, ребята, подушек. Теперь один товарищ там решил свое выставить, что одна подушечка в Сочи стоит $10. Так вот, я этому товарищу, конечно, я понял, что очередной тролль. Но я его заблокировал, я хочу для других тоже объяснить. У меня какие подушки. Вот это большая подушка, обратите внимание. И она не какой-нибудь, не соломой, а чистым вот таким цветами забита. И вот смотрите, на одну такую подушку сколько уходит маленьких подушек. Вот. Эта толщина должна быть такая. У нас 5, 6, 7, 8, 9, 10 подушек, 10 маленьких подушек уходят на мою одну подушку. Он говорит, что у него там $10 одна штука. Так вот, $10 10 раз, это и будет $100. Кто изучил математику, должен знать. Даже у меня на такие средненькие, вот такие средненькие подушки уходит. Вот смотрите, вот она длина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть подушечек. Уже $60, да? Уже $60. Так, давайте мы с вами ревизию сделаем. Вот. Вот на эту третью, это из набора. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 10, 16, 21 подушка. 21 подушечка. Вот. Теперь вот на эту. На эту уходят два маленьких. Два маленьких возьмем, вот таких вот, да, два маленьких. 23 подушки. Даже который математикой не связан, он скажет, что вот этой подушек, вот, $230 получается. А у меня набор, вот этот весь полностью за $100, вот с этим вместе. Из 23 подушечек, вот таких вот. Я еще делаю велюром, смотрите. Поэтому там правильно написали человеки. Я, конечно, сам убрал этот комментарий. Что лишь бы подколотка, грязная рубашка. Вот. На себя сначала посмотри. Вот. И не надо религию сюда совать. В исламе. Из-за таких, как вы, лживых, вот, таких верующих, мы вот так и живем. Вот, так что у меня все нормально. Любой человек у меня из Германии берут 23 подушки в одном наборе. Вы одну подушку продаете, сами написали, что это за $10. Еще неизвестно, что там забито. Горсточка может есть цветков, остальное солома. Вот. А у меня 100%. Вот. 100%. Так что не надо ля-ля.